Здравствуйте. Весь апрель объявлен в России нерабочим. Эта мера необходима, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. В этот период все медицинские службы работают с большой нагрузкой. Как правильно вести себя во время пандемии людям с хроническими заболеваниями, в частности, сердечно-сосудистыми, обсудим с главным кардиологом Алтайского края, доктором медицинских наук Анной Ефремушкиной. Здравствуйте, Анна Александровна. Добрый день. Действительно, ситуация серьезная, и я думаю, все это понимают. Правда ли, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска по коронавирусу? Да, на сегодняшний день такие данные существуют. Согласно опубликованным исследованиям по странам, в которых коронавирус уже имел место в больших объемах, и действительно, пациенты, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистые, в частности гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность, ну, кроме того, и сахарный диабет, и особенно пациенты старше 65 лет, они находятся в группе риска. Ну, может быть, существуют какие-то специфические меры профилактики для них? Что для них наиболее полезно вот в этот период? Что известно? Известно, что эти пациенты должны лечиться так, как им рекомендовал врач. Они не должны отменять препараты лекарственные, которые им рекомендовал врач. Ну и очень важный момент – это то, что они должны минимизировать свои контакты и быть дома. То есть, в принципе, советы такие же, как... Как для всех. Как для всех. Но я думаю, что они более жесткие, потому что здесь режим самоизоляции – это очень актуально. И тем более, если у вас есть такие родственники пожилого возраста с имеющимися заболеваниями, о которых я сказала выше, им приносить продукты и оставлять возле двери. А, даже так? Даже так. Лучше не заходить? Лучше не заходить. Действительно, наверное. И, как правило, ведь пациенты кардиологического профиля – это люди пожилые. Насколько я понимаю, именно пожилые находятся в особой группе риска. Да, возраст сегодня старше 65 лет. И, кстати, мужской пол тоже сегодня относят к группе риска. Да, ну, у нас сегодня издано руководство по сердечно-сосудистым пациентам. И, в общем-то, вот эти факторы риска, возраст, пол, ну и те заболевания, о которых я сказала, это пациенты находятся в группе риска, и, естественно, для них нужны определенные условия, ну, в частности, самоизоляция, более строгая. Ну и наверняка лучше не волноваться лишний раз, потому что кардиологический профиль, он же и с эмоциональным фоном очень связан. Ну, это сложно сделать, тем более, вы же сами понимаете... Особенно сейчас, когда нагнетается такая, в общем, нервная обстановка во многом из-за слухов каких-то в интернете, из-за, в том числе и сообщений из некоторых СМИ. Знаете, я считаю, что мы все-таки находимся в какой-то особой стране, что наши пожилые пациенты, они не столь... активны в плане интернета и соцсетей, это радует. Что касается телевидения, радио, ну, все должно быть дозировано. То есть это любой человек, не только пожилой и больной, должен фильтровать информацию, так ведь? Вот. А для них это особо. Такая информационная гигиена, возможно, в этот период я наиболее думаю, важна. Да, мне кажется, лучше читать книги, слушать музыку, ну и ходить по дому, да, чтобы была все-таки какая-то физическая нагрузка. Физическая активность, потому что многие, даже молодые люди говорят, что вот когда оказались они внезапно в режиме самоизоляции, оказалось, что дома ведут они достаточно пассивный образ жизни. Это сложно, действительно, это для всех сложно, не у всех стоит велоэргометр дома, да. Не у всех есть TRX, чтобы заниматься, но... Ну, хотя бы приседания, это доступно какие-то всем. Банальные вещи, конечно, их необходимо. Кто в более хорошей физической форме может отжиматься, там какие-то... Есть группы упражнений, которые, в общем, безопасны и подходят большинству людей. Да, наверное, так вы правы. Хорошо, как
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация повлияла на работу специалистов кардиологического профиля. Как изменился график, может быть, режим работы, в том числе кардиологического диспансера Алтайского края и так далее? Ну, что касается кардиологического диспансера, он, конечно, находится в строю весь кардиоцентр работает. Как и все медики. Да, он весь работает. И сегодня организован кул-центр, в частности, для поликлиник Алтайского края, для терапевтов Алтайского края, которые звонят в течение дня с 8 утра до 8 вечера. На линии многоканальный телефон, работает не менее 3 врачей амбулаторных, то есть амбулаторных кардиологов, которые осуществляют консультации для врача-терапевта по поводу пациента и, соответственно, принимают решение о необходимости госпитализации. Ну, в частности, вот было по результатам работы было госпитализировано 8 человек. То есть это вот не имея возможности прийти в поликлинику к кардиологу, тем не менее пациент имеет консультацию терапевта, и терапевт может обсудить это с кардиологом, и, соответственно, будет принято соответствующее решение. Но это острые коронарные состояния или это плановые осмотры какие-то? Я, насколько знаю, ведь плановые операции, осмотры сейчас приостановлены на период вот распространения инфекции. Да, это так. Они приостановлены, потому что любой приход... Контакт просто, да. Контакт, да. Потом обработка инструментов. Угу. То есть вероятность контаминации вирусом, она значимо увеличивается. И поэтому сегодня это не рекомендовано. Даже запись электрокардиограммы, да, то есть это тоже не совсем хорошо, потому что обработка, пациент, все должно быть одноразовое и так далее, да. То есть вероятность контаминации увеличивается. Поэтому госпитализации осуществляются в том случае, если это необходимо для пациента, если у него есть дестабилизация состояния. Но дело в том, что в кардиоцентре еще существует уже в течение 2 лет диагностический центр, который осуществляет консультации пациентов с острыми состояниями по всему краю. И они как работали, так и работают в таком же режиме. То есть можно сказать, что если пациенту потребуется срочная операция или даже консультация специалиста, если произошло резкое ухудшение состояния, то он получит такую же помощь, как обычно? Естественно. Угу. Естественно, так и будет. Угу. Ну, тут, наверное, стоит поговорить о маршрутизации пациентов, потому что наверняка не во всех межрайонных центрах даже, я уж не говорю про ФАПы и поликлиники, есть необходимое оборудование, ну и специалисты, чтобы оказать помощь пациенту с острым кардиологическим состоянием, коронарным, как правильно, наверное, будет сказать. В случае необходимости, то есть вам его как могут доставить из района, например, Алтайского края? Это санавиация или как-то еще? Ну, все пути рассматриваются, и маршрутизация на сегодняшний день очень хорошо отработана, она известна. И приняты соответствующие решения на период развития пандемии, да. И, в общем-то, никаких сбоев нет. То есть, конечно, это может быть и санавиация, это может быть и скорая помощь. Ну, чаще всего именно так и происходит. А какие-то специфические меры защиты врачи применяют сейчас? Ну, понятно, те, кто работает непосредственно с коронавирусными пациентами, там все в максимально серьезном режиме, они даже живут отдельно. Вот если говорить о кардиологах, что-то изменилось по сравнению с обычным темпом работы? Конечно, изменилось. Все стали намного чаще мыть руки, что вечером домой, когда приходишь, что руки просто очень сухие. Потом от постоянной обработки, постоянная обработка рук, да, куда бы ты ни вышел, там из своего кабинета или куда-то, да, обработка рук, она регулярная. Это, естественно, ношение масок. Ну и кроме того, внутри стационара, внутри поликлиники тоже существует своя маршрутизация. То есть что-то перекрыто, какие-то входы, там, доступ к, например, приемному покою, доступ там,
в другие отделения, то есть существуют четкие совершенно маршруты именно внутри госпиталя, ну так, как и положено. То есть, ну, в кардиоцентре этим занимается эпидемиолог штатный, и это все очень четко. Пульмонолог, который осматривает большое количество пациентов с любым подозрением, да, на пневмонию, он тоже носит вот защитный костюм, у него специальная защита, соответственно, маска, очки. Сегодня в студии программы «Интервью дня» была главный кардиолог Алтайского края, доктор медицинских наук Анна Ефремушкина. Оставайтесь дома и берегите свое здоровье. До встречи в эфире.